Посмотрим на карту союзов. Что ждет нас в Йорвикшире? Хальфдан Рагнарсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальфдан. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальфдан сейчас ведет войну с пиктами с Северных холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место. Отправлюсь сейчас же. Осторожнее, Эйвор. Йорвикшир ведет войну с пиктами, гордым кланом, что живет прямо за Римским валом. Здравствуй. А, это ты, Живака? А, новое письмо. Дай взгляну на... Ты все? Мне... До встречи! Здравствуй, Эйвор! Что сегодня? Только дурак это не купит. Я отплат... И что это? Увидимся, Эйвор. Покажи.
Это все? Мне пора. До встречи, Эйвор. В Йорвике не осталось сил Ордена. Превосходно, друг. Спасибо за все, что ты сделал. А, для тебя кое-что есть. Пару дней назад пришло очень странное письмо с подписью некоего... Бедного воина Христова? Именно. Ты его знаешь? Лично нет. Но этот воин много знает об Ордене. Именно благодаря ему моя охота прошла так успешно. Здесь сказано, что нужно отправиться в Винчестер, в Дом Божий, найти человека в белом и произнести «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Ладно, сначала я поговорю с Рандви и выясню, что к чему. Тебе что-то нужно? Мне уже... Ступай с миром. Мне пора. Мне пора. Что-то чувствую. В воздухе витает зло.
Эти земли прокляты троллями. Лети, Сюнин. Смотри, Сюнин. И там все целы. Устройте перекличку. Никого не бросим. Здравствуй, Эйвор, друг. Я узнаю твое лицо. Фарвид. Мы встречались в Йорвике на Йорском Перу. Я помню этот кровавый праздник. Что ты тут делаешь? Меня призвал Ярл Хальфдан. Он где-то здесь? Был. Пока не напали пикты. Мы разделились. Еще пикты на холмах. Все в круг! Защищаемся! Пикты.
Они вряд ли будут рады меня видеть. Не спешишь. Дик, ты совсем рядом. Веди, и мы пойдем следом. Ты не ранен? Если мы умрем, нас ждет пир у Одина! И так и этак, это победа! За Торра! Кажется, я спас тебе жизнь, друг. Еще раз. Хальфден Рагнарсон, мы встретились в пылу битвы. Доброе знамение. Я тебя не знаю. Ты из псов Фаравида? Я Эйвор из клана Ворона. А, Эйвор из Мерсии. Ты помог моим братьям Ивору и Убе и Финнеру в Восточной Англии. А я-то боялся, что ты окажешься выше. Верно, тебе этот страх непривычен. Ты откликнулся на мой зов, но, как видишь, в горький час. Мои воины изнемогают от усталости и жажды. Фаравид, прикажи разжечь костры для павших. Сейчас, мой ярл. Не здесь, не сейчас. Отпразднуем победу в Донкастере! Старший сын Рагнар Ладброка, по его словам. И как он тебе? Не важно, что думаю я. Мнение его людей важнее.
Он честен и достоин доверия. Вот чего ты хочешь? Завоевать его доверие? Место в его клане? У меня свой клан. Я хочу связать узами дружбы новых правителей Англии. И ты считаешь себя одним из них? Мне нужен не господин, а союзник. Ну, в Нортумбрии правитель лишь один. Вы слышали, ярла? Начинайте копать! Римляне превзошли сами себя, возведя этот замок. И где тут искать ярла Хальфдана? Поддается! Эй, махать топором ты умеешь, а поднимать рог? Я могу выпить не меньше Тора, что почти осушил океан. Смело сказано! Выпьем же! Скоро будешь пол целовать. Сюнин, укажи путь. Мы закружим их весной, не раньше. Так я решил. Но мои люди страдают каждый... Твои люди? С каких пор ты стал править этим королевством? Наши люди страдают из...
Сначала нужно закончить войну. Пора нанести... Я решу, когда пора. Эти земли под моей защитой. Скажи это людям, король Риксик. Как пожелаешь, лорд. Кто это? Подойди. Хальфдан Рагнарсон. Я ответил на твой зов. Благодарю тебя, Эйвор, брат Волка. Я наслышан о твоих подвигах. А, герой Йорвика, воспетый скальдами. Не просто герой. Эйвор навел там порядок вместо короля Риксига. Слышал, ты избавился от воров и предателей. Не один. Но я был впереди. Добытое Эйвором серебро пойдет на нашу войну с пиктами. И какой от этого прок? Нужно тратить его иначе. Я стараюсь не жалеть о решениях, принятых на войне. Согласен. Любые сомнения лишь отсрочили бы победу. Я не жалею, что отправил Фаравида против пиктов. Хотя победы он обязан Эйвору. Мы с Эйвором сразили их, Ярл Хальфдан. А ты лишь вонзил меч в уже хладное тело и присвоил победу себе. Твои шутки разят, как копье Одина, друг. Точно в цель. Я умер бы, если бы не твой молот, великий Ярл. Прими свою долю нашей добычи. Красивый кубок! Думаю, франкский. А что скажешь ты, Эйвор? Прекрасная вещица, достойная королей. И тех, кто их возвышает. В его словах есть мудрость, Фаравид. Если позволишь, лорд, я вернусь в свой лагерь. Холодает, и путь не близкий. Жажда славы за лживой улыбкой. Лорд, в твоем послании было... Тихо. Сейчас не время. Танцуй, пой и пей вдоволь, а после встретимся на вершине башни. Ты услышишь историю о дружбе и коварстве. Древнюю, как сам этот мир. Любишь раскидывать врагов? Эй, Дан! Может, не хочешь покидать кости? Что это? Ай! Рыбья кость! Как ты? Идем, я тебе кое-что покажу. Все это мы покорили все. Он и я вместе. Ты снискал славу, побеждая в битвах по всей Англии. Но не один, о нет. Бьорн Железнобокий.
Уба, Ивар Бескостный, Сигурд Змееглазый. Великие воины, мои братья. Добро злато, битва слаще, но славе смерти нет. Жива она вечно в зале героев, под ней доблести конь. Мы вместе покоряли новые земли. Со мной были друзья, мой клан и, главное, Фаравид. Один воин не войско, Эйвор. Каждому герою нужны друзья. И я помнил об этом всегда. Готов ли ты принять еще одного друга? Эйвор, что дружба значит для тебя? Дружба не просто слово. Это узы, которые нельзя разорвать. Мудро сказано. Она и правда сродни заклятию. Хальфдан, твои слова вьются как змеи. Что случилось? Даже узы дружбы могут ослабнуть. Он посмел предать меня после стольких лет. Фаравид? Его верность кажется искренней. Да, кажется. Как свет солнца зимой кажется теплым. Но до меня дошли слухи об измене. Он точно хочет тебя предать? Не знаю. Тут-то ты мне и поможешь. Сначала выясни, верен ли мне Фаравид или нет. А потом поговорим о клятвах. С чего мне начать? Дай хоть какую-то зацепку. Видишь рог морского единорога? Пропускаю через него мед и вино. Слышал о таких зверях. Плавают подо льдом за краем мира. Их рога защищают от яда. Думаешь, Фаравид хочет отравить тебя? Боюсь, он пытался. Несколько раз. Но так и не смог. Можешь не верить, но я его знаю. Шлет мне вино. Но за улыбкой зависть и тайны. Узнай правду. Раскрой его измену. Зачем доверять это мне? В Йорвике ты остановил Аудуна и его крысиную стаю. Сделай то же и здесь. Честь обоюдоостра, как хороший меч. Я помогу. Фаравид будет в своем лагере, выше по течению реки. Ступи в его войско и начинай искать. А если ничего не найду? Если он верен тебе? Это будет даже лучше. Хорошо. Я узнаю, что смогу, и вернусь, друг мой. Не доверяй Фаравиду. Он что-то скрывает.
Осмотрись вокруг. Лагерь Фарвида там, впереди. Грязно и холодно, все сходится. Провались ты в Кинунгагап, ублюдок! Я тебе не пес! Но все продолжаешь лаять. Фарвид! А, Эйвор, дружище! Ну что, понравилось тебе в Донкастере? Не стал бы я его так называть, Фарвид. Этот ворон прилетает по зову Хальфдена. Мы с Хальфденом говорили, что с того? Это наш бой, наша слава! Улетай, ворон! Дай мне нож, Фарвид. Щенка пора охолостить. Ульф, заткнись! Такие, как он, любят спорить. Хальфден был щедр. Ты получил, что хотел? Если я помогу вам с пиктами, Хальфден заключит со мной союз. Скажи, что мне делать, Фарвид? Пикты разграбили тот монастырь. Ради золота и серебра. У саксов церквей больше, чем хлевов. И целые стада монахов. Да, монастыри – лакомый кусок не только для нас. Пикты ушли на север. Мы их выследили. Победа ценнее всякого золота. Что ты решил? Выпустить кишки каждому из них. Я готов к бою. Пора убить их всех. Хальфден прислал тебя сюда не ради боя, в котором мы победим шутя. Зачем ты здесь, Эйвор? Чтобы помочь тебе с пиктами, только и всего. Он наслышан о том, на что я способен. Усомнился в моем слове? Ты его не давал. Клянусь тебе, Фарвид, я здесь ради битвы с пиктами. Вперед, псы! Убьем пиктов! Берегитесь засад! Сидели бы лучше в Донкастере, пили бы сейчас мед. Неся дозор, славы не снискать! Вперед! Пикты совсем рядом. Веди, и мы пойдем следом. Тише, или нас убьют. Сдохни! Дайвинг! Спускайся! Пикты хитрый народ. Они любят обман и засады. Будь осторожней. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Хвала Тору, все удалось. Славно сработано. Эта пещера сквозная. Так пикты ходят под горой на ту сторону. Нам повезло. Ты выследишь их в пещере, а мы поймаем тех, кто попробует сбежать.